Добрый день, друзья! Сегодня я расскажу, как можно от Arduino или от контроллера, любого, в принципе, контроллера, управлять подобным мотор-колесом. Это мотор-колесо у меня от гироскутера. Я разобрал гироскутер именно для того, чтобы достать эти мотор-колеса. Кроме того, с гироскутера я взял вот такой аккумулятор на 4 ампер-часа. На 36 вольт. Естественно, что мне не удалось завести мотор-колесо от той начинки, которая была внутри. Она специфична. Ну, сейчас покажу, что это такое. Вот одна из плат, их там две подобные, которые находятся внутри гироскутера для управления мотор-колесами. Ну и вообще управление гироскутером как таковым. Вот тут контроллер установлен. Вот транзисторы под радиатором. И управляют, скорее всего, мотор-колесом. Документации по этой плате, естественно, нету, и как ей с ней работать, мне лично неизвестно. Поиски привели меня вот к такому драйверу. Называется он BLD-300B. Имеется еще обратная связь у него, вход для обратной связи по 3 датчика холла. Здесь в мотор-колесе имеется. Соответственно, 3 этих датчика приходят сюда, и с них снимается скорость. Дальше, что здесь есть у нас? Здесь есть возможности различного управления. Самое простое – это управление при помощи внутреннего резистора. Внутреннего подстроечного резистора. Крутим. Значит, изменяем скорость. Переключая фронт-рид FR, изменяем направление вращения. И что тут еще есть? Ну, можно еще подключить брейк. Давайте попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Итак. Значит, вот эта плата, пока она не используется, она отключена. Я ее физически отсоединять не буду. Значит, что подсоединено у нас? 3 фазы двигателя подсоединены, соответственно, к 3 фазам выхода на двигатель от драйвера. Дальше, по датчикам холла или по энкодеру. Значит, красный – это питание, черный – это 0. Они подсоединены к плюсу и минусу датчика холла. И остальные фазы я взял по цветам. Они имеют одинаковые цвета с силовыми фазами. Также расположен. Это логично, по крайней мере. Итак, попробуем, как это все будет работать. Смотрю, чтобы подстроечный резистор был выключен. То есть у него есть режим включения-выключения. Его, вот он до щелчка, он выключается полностью. И подключаем мотор-колесо. Вот оно завелось. Вот смотрите, видите, значит, не горит красная лампочка, а мигает зеленая лампочка. Двигатель находится в состоянии ожидания. Сейчас я попытаюсь покрутить этот резистор, включить и посмотрим, как это повлияет на вращение нашего двигателя. Так, заработал. Остановился. Заработал сильнее. О, уже табуретка трясется. Приопускаю. Выключаю. Документация по драйверу очень скудная. Не сказать, что ее нету, она есть, но так вот серьезно я бы к ней не подходил. Значит, написано в документации, что вот этот Switch 2 отвечает за обратную связь по скорости. Я его сейчас в положение он включил, был он в положение off. Посмотрим, как это повлияет. Давайте сначала с положения off и посмотрим, смысл в чем, насколько двигатель будет сопротивляться нагрузкам. То есть я буду его пытаться остановить и посмотрим, будет ли у меня что-то получаться или нет. Обратная связь выключена. Включил двигатель на малых оборотах, включаю мотор и пытаюсь его остановить. Но остановить его вполне можно на малых оборотах. Останавливается он, да? Видно. Несколько оборотов в минуту сейчас идет. Там порядка, не знаю, ну может 30 оборотов в минуту. Вот я его останавливаю. Отключаю. Включаю питание, не знаю, как повлияет. Если переключать этот тумблер, не отключая питание,
включаю его в положение ON. Снова. Значит, сначала подключаю питание. Есть. И небольшой даю. Так же примерно как было. И теперь пытаюсь установить. А вот теперь остановить двигатель невозможно. То есть обратная связь есть. И драйвер увеличивает энергию, подаваемую на двигатель, для того, чтобы компенсировать нагрузки. Вот, запомните. Значит, вот этот переключатель, Switch 2, должен стоять в положении ON, если вам нужна обратная связь по скорости и вам нужна стабильная скорость. Да, могу еще сказать, что не обязательно от этого драйвера заводить колеса. Можно, допустим, шпиндель станка с ЧПУ от него заводить. Главное, чтобы он был, он похож по управлению был на данное мотор-колесо. И, в принципе, вы тоже сможете держать на нем более-менее стабильную скорость. Естественно, он может ошибаться немножко. Это уже проверено, но пока отключаю. Так. Не зря же у меня здесь лежит вот эта плата ESP32. Что тут у меня есть? Давайте более поближе рассмотрим. Плата ESP32 и конвертер уровней. ESP32 имеет 3-вольтовую логику. Драйвер имеет 5-вольтовую логику. Конвертером уровней я конвертирую 3 вольт на 5 вольт драйвера. Программу простенькую я загрузил уже. Смысл ее в том, что я управляю только скоростью. Вот во вход СВ драйвера я подключил 14-й пин ESP32 через конвертер уровня, естественно. И сейчас посмотрим, будет ли он управлять нашим мотором. В данном случае мне только я подаю питание, потому что ESP32 уже, в принципе, заведен. И там у меня есть несколько уровней шима на частоте 1 кГц. Они изменяются по кругу в лупе с полной остановкой. Вот отсюда, чтобы было виднее, что это за колесо. Начинает вращаться. Насколько качественно, ну, посмотрим. Еще будут испытания. Насколько качественна эта обратная связь. Но она явно есть. И скорость он свою пытается удержать. Следующее, что я попытаюсь сделать, и сделаю, я думаю, это управление не только скоростью, но и направлением вращения движения и тормозом. Для этого у нас есть front read, вход и брейк. Enable оставим включенным. Пусть он будет все время включенным. Им управлять не будем. Ну вот, я наладил управление тормозом. Вот сейчас можно посмотреть, что он работает. Но он не сильно тормозит, так немножко. И управление направлением вращения. Вот сейчас в одну сторону начал вращаться колесо. Сейчас остановился и сейчас начнет, должно начаться в другую. Как это осуществлено? Сначала я хотел просто подключить контакты конвертера уровня к драйверу, но, к сожалению, это ни к чему не привело, то есть подобная схема не работает. Более того, высокое напряжение, которое есть уже на клеммах вот этих, на FR, BRK, оно наоборот передавалось на двунаправленный драйвер и передавалось потом в качестве единицы, ну, то есть высокого напряжения уже уровня ESP32 на ESP32. И с этим я напрямую бороться не смог. Там стоит подтягивающий резистор, и на него подано напряжение питания 5 вольт, и, соответственно, ничего с этим не сделаешь. А вот одна из схем, которую я сделал, это транзистор, это 2 полевичка. Но они работают, все нормально. То есть через полевички осуществляется у меня короткое замыкание либо размыкание. Управляет полевичком, ну и отсюда, соответственно, вот с этого контакта
Плевичок управляется, открывается, закрывается. Ну и второй вариант подключения — это через опторазвязку. Вот он, значит, опа, холодно, статика. Вот опторазвязочка стоит от контроллера ESP32. Вот оно колесико крутится, все работает и с опторазвязкой. То есть можно применять как полевой транзистор, так и опторазвязку. Я, конечно, рекомендую опторазвязку, это более безопасно. Ну, у меня все. Спасибо за внимание.